Команде дизайнеров Норхен работа из дома дала новые импульсы для вдохновения. Ведь это отличная возможность проводить больше времени, созерцая шведскую природу. Это позволило нам увидеть особую красоту в цветах, ощущениях, текстурах и свете Швеции во всей ее красе каждый сезон. Когда начинается подготовка новой коллекции Норхен, мы собираемся вместе, чтобы обсудить идеи и поделиться вдохновением. Затем мы пытаемся визуализировать и вместе выбрать главную тему, которая часто проявляется в мозговом штурме, когда мы слышим друг друга и начинаем видеть взаимосвязь между нашими ощущениями. Например, летом 2020 года мы полностью погрузились в чудеса природы, смотрели, как свет отражает оттенки спокойной скандинавской воды, которые можно также увидеть в драгоценных камнях. Затем наступает время для доски вдохновения, которая воплощает наши идеи и представления в жизнь. Так мы можем начать визуализировать то, что будет объединять украшения в коллекцию. Мы ищем гармонию и закономерности с помощью изображений, чтобы почувствовать общность идей и представить желаемый результат. Доска вдохновения в поле зрения позволяет нам оставаться верными своему видению, когда мы делаем наброски и создаем концепции. Этот инструмент очень важен, поскольку помогает убедиться, что все украшения коллекции отвечают теме и не выбивают из концепции. На третьем шаге мы начинаем выбирать драгоценные камни, соответствующие настроению и теме коллекции. Мы рассматриваем не только сам минерал, но и традиционные целебные свойства, которые ему приписывают. Комбинирование камней может вызывать довольно мощные энергии, поэтому мы учитываем и это. Мы решаем, хотим ли мы использовать необработанные или шлифованные драгоценные камни в зависимости от общей энергии коллекции и наших ощущений. Нам нравятся необработанные камни, в них привлекает то, что каждый из них несет в себе уникальную красоту и глубину. Это природное совершенство также напоминает нам о первозданной, а иногда и неумолимой шведской природе, которая так прекрасна в своем величии. Шаг четвертый. Волшебство обретает форму. Это очень динамичная стадия, когда зарождается Норхен. Формируется видение, как коллекции будут отражать вашу индивидуальность. Они обретают свой стиль и историю, которая одновременно находится на пике моды и не подвластна времени. Удобство в носке имеет важное значение. И здесь вступает в игру наш опыт в области моделирования. Объедините утилитарность с прекрасным дизайном, и вы получите формулу волшебства. Шаг пятый – работа с мастером и бесконечная правка дизайна. На этом этапе нам нравится ощущение от коллекции, и мы начинаем работать с мастером. Более 6 месяцев неустанной работы и обсуждений приводит к восхитительным моментам, когда мы, наконец, получаем первые образцы. Мы часами примеряем украшения с разными стилями одежды, показываем модели в разном освещении, смотрим, как они сочетаются с разными оттенками кожи на женщинах всех возрастов, пока не почувствуем, что полностью довольны коллекцией. Это время наполнено эмоциями. И вот месяцы кропотливой работы команды дизайнеров позади. Настал момент впервые увидеть реальные украшения. Мы хотим, чтобы вы почувствовали это волшебство, когда получите свое украшение Норхен. Потому что теперь это уже не наша коллекция, она ваша. И мы очень рады видеть, что вы носите ее так, как вам больше всего нравится.